Здравствуйте, с вами Юля. Сегодня я хочу открыть такие интересненькие сюрпризики. Давайте начнем с первого. Это у меня яйцо Сапери, команду пиратов от производителя Данли. Уж такое одно открывала. Так, что же из него находится? Откройся, да? О. Вау, какой прикольный. Какой-то череп достался. Скелет, точнее. Ну-ка посмотрим. Это Джерри череп. Значит, я была права. Череп. Тут надо точно с головастики. У меня обезьянка есть. Вот такой прикольный череп. Джерри череп. У него такая голубенькая борода. Пиратская бандана. Прикольный. Прирезиненный такой, интересненький. Следующий давайте откроем, как приручить дракона. Интересно же, что попадется в этом шарике. Так, о, к сожалению, повторчик. Попалась сарделька. Вот он. Вот она. Такая коллекция интересная. Вот такая прикольненькая сарделечка. Ну, такие шипы. Так. Да, следующий откроем коробочку. Майнкрафт. Если не ошибаюсь, правильно она ее зовут, да? О, уж забыла. Так, где что-то открыто-то? Наконец-то. Так, кто же попадется? Я, к сожалению, героев не знаю, так что если хотите, можете подсказать. И... Вау! Зомбак! Классно! Что-то я, кажется, где-то видела, что это зомбак. Не знаю, главный герой или нет. Вот он. Кажется, я не знаю, звездочка там может редкая. Или наоборот нет. Я вот такой. И какой-то еще горящий в огне. Здесь не нарисован. А зомбак прикольный. Или не зомбак, а какой-то там типа Франкенштейн, может быть. Но мне чутка казалось, его зомбаком называют. Прикольный такой. Они такие резиненькие. Классный. Стоит. Давайте последний кейс откроем яичко. Это у меня ледниковый период, 5-й фильм. Диего нарисован, так как я его никак не могу найти. Тут попадаются одни коллекционные яички, игрушечки. И одна надежда, что это... Кто-кто-кто? Сид, наверное. Да, Сид, он у меня уже есть. Вот здесь серия. Так, вот так он вставляется. Тут такая голова сочная сидит. Голова так вертится. Интересно, придумали такие прикольненькие подвесочки. Ладно, давайте следующий откроем такой. Пакетик. Марвеловский. 6-я серия. 24 фигурки в одной коллекции. Он у меня уже давно лежит. И тоже. Так, пакетик пустой. И это у нас... Ух ты, даже тут есть, чтобы не повредилась фигурка. Кажется, вот здесь вся коллекция на вот этой карточке. Так, какой у меня, кажется, вот этот. Iron Man. Не знаю, Iron Man, не знаю. Это предупреждение, наверное.
Да, то есть предупреждение. И давайте посмотрим на его. Вау, это же этот железный человек. Только золотой. Класс. Мне бы хотелось более такую цветную. Классно. Стоит даже. Тут такие интересные в коллекции. Хотелось бы вот эту. Вот эту с королями. Хоть я не очень знаю, герои они или нет, но они очень классные. Да, следующий откроем коробочку вот такую. Самая таинственная школа. Монстр биология. Господи. Монстр биология его. Ничего не видно. Кукла и мармелад. Тут даже мальчики попадаются. Ух ты, как открывается такой. Так, вкладыш. И все пусто. Тут такой жевательный мармелад. Мы уже 100 раз и видели. Вкладыш. Ох, если хотите, прочитайте. Кажется, один мальчик только попадается. И кто же попался? Вау. Какая. Это Бриджит. Из рода древних мумий. Ну, мумия. У нее будет интерес такая ящерица. Классно. Кажется, это... Когда надо, все время забывается, как это не называется. Или... Я не помню. Вот, прочитайте, если хотите. Так, немножко посмотрела. Это ее хамелеон. Наконец-то вспомнила. Подопытный. И вот они все. Вот это классное. Никки Фокс. Так, и давайте посмотрим. Тоже необычное рисунок. Так. Ну, мне казалось, может, хамелеона дадут. Жалко, не попался. Ты какая она классная. Здесь у нее очки. Не знаю, что это у нее тут в руке держит. Циферблат как нет. Какой-то пульт она держит от своей юбки. Так она у нее пышная, такие прикольные у нее ботиночки. Подставки нет, значит, сама стоит должна. Очень здоровский макияж сделали. Волосы. Руки даже классно. Но я разочарована, что нет хамелеона. Да, люби бедняжку. Ничего-то нет, она падает. Да, наконец-то последний откроем пакетик. Такой. Точно не знаю, как он читается. Какие там фрики или что-то в этом роде. Видите, какие необычные чудики. А может, чудики. Так, этих чудиков примерно 7 штучек, но кажется, у них вон 50 коллекций идет. И это первая серия. Давай посмотрим. Так, пакетик пуст. Отложим фриком. И вот они все в таком на таком маленьком вкладыше. Ну, даже один редкий попадается. Супер редкий, этот редкий. И какой же мне попался? Вау, какой жуткий. Это идет у нас Джефф. Вот он. 13-й. Жуть. Ух ты, у него тут пуговки. Классно. Почему-то именно он одел... Этот, как же их называют, противогаз. Такой приятный у него фиолетовый цвет. Сиреневенький даже. Но покрашено плохо. Видите, заходит за краям.
Так, то сам твердый, а вот эти части, они довольно такие гибкие. Да, ну, мне не очень нравится, если честно. Может, это просто такая игрушечка, неинтерес попалась. Если бы другие попались, может, было бы намного интереснее, но этот совсем неинтересный. Ну, этот прикольный. В этой простыне, как призрак. Вот такие мне сегодня попались интересные игрушечки. Жалко, есть повторчики. Но они довольно прикольненькие. И не очень. С вами была Юля. Спасибо, что смотрели мое видео. Всем пока. Бай-бай-бай.